Всем доброго времени суток, с вами Елена, и сегодня у меня, очень маленькие похвастушки. 1 декабря у нас в Сочи был завыс орхидей на переулке Промышленном, 4. Но я на завоз попасть не смогла, я очень сильно заболела. И обзор завоза для меня снимала моя дочь. Вот я сегодня сняла с этой орхидеи картонный этот стакан, посмотрите, какие корни. На 3 дня у меня стояла в упаковке, не было сил снять упаковку. Вот такая красота с вот такими даже очень замечательными корнями. Ну и сейчас покажу. Вот. Дочь для меня снимала обзор, поэтому он вышел под музыку, потому что очень сложно. Ну, во-первых, плохо себя чувствовала. А потом очень сложно озвучить обзор. Ну, обзор, который ты сам не снимал. Спасибо. И за поддержку. Смотрите, какие великолепные листья. Как всегда. Вот здесь один листик сломан, вот здесь немножко поврежден. Но ничего. Это diffusion. Вот камера, как я ни пыталась, не передает ее цвет. Потому что таких орхидей, ну, орхидей парфюмерных фабрик пришло много, но вот таких было только 3. Она очень розовая. Камера чуть-чуть подъедает. Вот скорее вот этот вот цветочек может быть где-то. Ну, почти правильно. Вот она съедает вот эту вот такую розовую. Я видела первый раз. У меня есть, но она немножко другого оттенка. Вот все-таки, когда один и тот же сорт орхидеи иногда играет со своим оттенком. А это еще и вот такая вся с волнистыми лепестками, как кружавка какая-то. Рюшечки. Красивая, да? Пахнет. Очень-очень сильно пахнет. Очень нежно пахнет. Такая вот прелесть невозможная. Вот здесь вот сейчас так вот попробую отодвинуть вот этот цветочек. Вот две губы у одного цветочка. Так вот промутировала чуть-чуть орхидеюшка. Ну, красавица, красавица. И листья. Потрясающие листья. Такая орхидея в 12-м горшке. Ну, такая она вся компактная, невысокая, пышная-пышная. Чудо, как хороша. Ну вот, вот такие у меня небольшие в этот раз похмастушки. На меня это совсем не похоже. А всем большое спасибо. Будьте здоровы, не болейте, берегите себя и своих близких. Всем мира, добра, благополучия. До новых видео. Пока-пока.